Город, в который мы приглашаем вас сегодня, самый молодой в Киргизстане. Карабалта. Ему всего 5 лет. Конечно же, потребуется не одно десятилетие, чтобы вчерашнее село Калининское приобрело новый архитектурный облик, соответствующий современному городу. И все-таки это первые признаки нового. В числе передовых предприятий города – завод электротехнических игрушек. Его продукция давно уже известна за пределами нашей республики. Шесть видов детских игрушек экспортируется за рубеж. К вопросу об оценке качества выпускаемой продукции рабочие завода подошли весьма разумно. Своеобразными отделами технического контроля стали детские сады города. Здесь выявляется интерес ребят к той или иной игрушке. Здесь же испытывается надежность миниатюрных электромеханизмов, которые движут различного рода машины и луноходы. Характерная черта молодого города – быстрое развитие промышленности, начало которому было положено в 40-е и 50-е годы. В Карабалте несколько средних школ, профтехучилищ, техникумов. Здесь растят рабочую смену для фабрик, заводов и комбинатов города. Учащаяся молодежь проходит практику на одном из крупнейших в Средней Азии промышленном объединении по переработке сахарной свеклы. В этих цехах начали варить сахар в годы Великой Отечественной войны. Его отправляли на фронт, в блокадный Ленинград и Москву. Конечно же, тогда все здесь выглядело иначе. Не было такой современной системы автоматизации управления всеми технологическими процессами. И количество выпускаемой продукции было намного меньше. В наши дни объединение успевает перерабатывать за год весь урожай сладкого корня, который выращивает 14 свеклосеющих коллективных хозяйств и совхозов Калининского и Сокотинского района.
Задолго до окончания года объединение перевыполняет свои плановые задания. Отсюда и хорошее настроение у карабалтинцев, когда они выходят на демонстрации трудящихся в дни общенародных праздников. Становятся под красные знамена ветераны войны и труда. Много похвальных слов говорится в адрес рабочих династий, которые составляют основное ядро карабалтинского рабочего класса. И уже есть в этом молодом городе все условия для полноценного отдыха трудящихся. К их услугам тенистые парки и скверы, кинотеатры, дворец культуры. Я считаю, Карабалта – это город будущего. Разработан генеральный план города с перспективой развития на 25-30 лет. В будущем Карабалта превратится в город-спутник столицы нашей республики. В нем будет проживать 250 тысяч человек. А впрочем, идеи генплана уже сегодня притворяются в жизнь. Начато строительство крупнейшего в Средней Азии коврового комбината. В 11-пятилетке будет построены гостиница, типовое здание, узла связи, АТС, хлебозавода, пассажирские автобусы. А тысячи жителей нашего города справят новоселье. Рождение новых городов – хорошая примета времени. Рождаются города, рождается новый человек, становится богаче и содержательнее его повседневная жизнь.